Голкипер хоккейного клуба «Адмирал» вызван в сборную России. 25-летний вратарь Игорь Бобков по приглашению главного тренера национальной команды Олега Знарка примет участие во втором этапе Евротура. Предстоящие матчи пройдут с 15 по 18 декабря в рамках Кубка Первого канала. В нынешнем сезоне Бобков провел 22 матча за моряков, 4 из которых сыграл на ноль. Голкипер вместе с командой одержал 10 побед. Брони Боб, как его прозвали в приморском клубе, отразил 608 бросков из 624. Это, кстати говоря, почти 95%. В расширенном составе сборной место на воротах также могут занять Илья Сорокин из ЦСКА и Игорь Шестеркин из СКА. Первым матчем, который пройдет в столичном ВТБ Ледовом дворце 15 декабря, станет встреча со сборной Швеции. Во Владивостоке впервые пройдет Суперкубок России по смешанному боевому единоборству ММА. Зрелищные поединки сильнейших бойцов страны состоятся в концертно-спортивном комплексе «Фетисов-Арена». На ринге встретятся победители двух крупнейших турниров 2016 года, проводимых Союзом ММА, Кубка и Чемпионат России. Яркие бескомпромиссные бои пройдут в 7 весовых категориях. Почетным гостем турнира станет легендарный боец и президент Союза ММА России Федор Емельяненко. Стоит отметить, что после завершения ярких и динамичных поединков Суперкубка пройдут 4 не менее зрелищных профессиональных боя под эгидой промоушена Fight Nights, в которых зрители смогут поболеть за приморских спортсменов. В основных же схватках вечера можно будет поддержать уроженца Приморья, чемпиона мира и Европы по ММА Шамиля Абдулаева. Открытие боевого мероприятия состоится 9 декабря в 19:00. Танцевальный фестиваль среди школьных команд «Star Teenager» пройдет во Владивостоке. Ежегодное шоу состоится во Дворце детского творчества и соберет в этот раз более 10 команд из разных муниципальных школ города. Участникам предстоит выполнить 3 конкурсных задания – визитка, минутная танцевальная презентация, импровизация, где танцоры поочередно импровизируют под случайную музыку, и домашнее задание – исполнение 3-минутного номера, заранее подготовленного командами. Подготовиться к выступлению танцорам помогали педагоги-профессионалы. Вдобавок к этому школьники получили огромный опыт из летнего лагеря Starting Camp, в котором в течение 2 недель изучали основы различных стилей танца. Торжественное открытие Star Teenager 2016 состоится 10 декабря в 14:00. Максим Яковлев, новости спорта на 8.